чтобы сын вырос достойным человеком, гражданином. А здоровье детей? Скорее, дети подросли. Чтобы дети его выросли и получили хорошее воспитание, образование. Ну, чтобы, само собой, у ребенка было все отлично в жизни, сложилась жизнь, и все было прекрасно. Ну, наверное, вон, чтобы с ребенком все нормально было. Чтобы учился хорошо, чтобы здоров был. А еще об одном ребенке. Мир во всем мире, а еще о рулетке. О дочке. О своем кабинете. Стать папой. Идеальным папой. О том, чтобы дети повзрослели и стали самостоятельными. Наш папа мечтает спать целую ночь. Мечтает выспаться и поесть хорошо. И плотно, и быстро. О большой-большой лодке или катере. Или корабле. Ну, наверное, скорее всего, папа мечтает о том, чтобы мама его не мучила с тем, как поменять подгузник и стать ночью к ребенку. В результате лишь две участницы из восьми знают, о чем мечтают папы.